Здорово, пописота. Сегодня будем хавать пончики. Пончики, вот такие вот. Вот такие вот, в такой коробочке. Вот такие вот пончики приехали к нам на десерт похавать. Тебе желаю приятного аппетита. Хавай пончики вместе с Женечкой. Но перед тем, как пончики, я их уже ел. Нормально, вкусная. Кстати, вот эта конторка. Но перед этим же я же ими не наемся. Надо сначала что-то такого. Обычно у них в допах там еще заодно заказываешь пиццулю. То есть нам сначала надо еще пиццулю похавать, пиццулю. Потому что мы не наедимся просто физически. Ну вы поняли, да? Перед этим надо пиццули похавать. Давайте похаваем пиццули. Много не будем наедать, много, а то нам, чтобы пончики залезли нормально прям. Ну-ка, что там у нас? Чисто беру эту пиццулю, только когда, то есть она тонкая, рядом не стоит. Ну это для любителей тонкого теста. Коим я не являюсь, но периодически беру эту пиццу, но только тогда, когда заказываю пончики, потому что они родственные конторки там. Это и та, две разные вещи. То есть одна конторка делает пончики, другая пиццульку. И дружат как бы. Мне что нравится, они соусик ложат, чтобы не было сухо, сухо не было. Соусиком чесночным нормально заходит. Не буду плохо говорить об этой конторке, потому что просто я заевшийся моей любимой жар-пиццы. Поэтому мне другие все пиццы, они рядом не стоят. Женечка однолюб, он любит жар-пиццу только. Но у этой, например, конторки, у нее свои есть преимущества. У нее соус вкусный. Ну и пицца сама нормально пойдет, ребят. Что мне нравится, у них прикол какой-то такой, знаешь. Как бы. Алло, у них пицца, по-моему, по 350 рублей. Да, любая. Там видов 20, наверное. Это конкретно деревенская. Я же говорю, хоть я и не люблю тонкую, но здесь кушаю. Так как перед пончиками надо подкрепиться. Ведь пончиками сыт не будешь. Сейчас половину схал, половину сыну. Сын играет. Но все равно вкусно, ребят. То есть за эту цену реально 650 рублей все вместе. Пицца 350 колов. Пончики. Это как бы называется бизнес-ланч тогда. И плюс еще литр колы в подарок. И вот этот соусик. Нормально. За 650 колов где-то найдешь. Да? И вот раз, остается корочка. Корочку. Корочку обязательно макаем. Оп. Макнули. Но мы их ни колу не пьем, потому что она теплая. Была бы она холодная, мы ее попьем. Мы любим холодненький сачок. Слушай, что-то я давно не ел их, не писал. Хоть и тонкая, но, блядь, вкусная тоже. Ну, правильно, есть любители тонкого теста. Вон она, тонкая. Как-никак что-то в чем-то есть. То есть в каждой теме свои темы. Вот это да. Мы двойной сейчас так вот. Опачки. Опачки. Так, это пол пиццы сыну. Кэнди донат.
Просто если хотите одни пончики, ну, вы ими не наедитесь, наверное. Ну, они чисто десертные. У них что-то всего полтинник доставка, по-моему, стоит. Не помню точно, пончики 250 или 200 стоят за 6 штук. Или 7 штук. 7 штук. По-моему, 250, может 200. Не буду рассказывать. Слушай, что-то я не любитель такого соуса, а этот такой-то прикольный. Не все жар-пиццу жрать, да? Надо для разнообразия хоть. Ну, ребят, в прошлый раз... А, вспомнил, когда мне она надоела. Я, короче, по акции у них взял 4 пиццы по цене 3. Короче, ну, штукарь 4 пиццы мне привезли. Бля, мы дня 2 ели с сыном, и, короче, больше мы... Вот этой точно год не ели. Это хорошо, когда, знаете, какой-то у вас там сабантуй там на работе. Там можно 4 пиццы по цене 3. Ну, когда вы вдвоем привезли вам 4 пиццы, сначала давай кусочек того, кусочек того, а потом-то она уже никакая становится. На следующий день начали есть уже, я даже не помню, по-моему, собакам даже вынес. Ну, что-то в этом роде было. Это жар пицца уходит сразу, да? А это 4 штуки, во. Ну что? Давайте заценим. Заценим. У меня там один любимый есть. Кокосиковый. Угу. Вот он мой любимый. Иди сюда. Вот так вот раз. Опачки. Опачки. Да. Кокосовый люблю. Чтоб видно было. Чтоб видно было. А то ни хрена не видно. Да? Вот так. Так, ладно. Пробуем следующее. Но чтобы не затягивать видео, чтобы не затягивать. Обычно такую лабуду мы раз в год едим, и нам надоедает. Мне больше, знаете, что нравится, ребят? Когда они безо всего. Вон, видишь, крем внутри зеленый. Тоже прикольно. А? Типа что-то на фисташку смахивает мороженое, типа. Норм. Пойдет. Жрать можно. Блин, ну мне не нравятся вот эти. Ребят, вот эти херни. Они тугие. Лабудушки вот эти. Это мой самый любимый кокосовый. Ну, однозначно, пончики рекомендую, ребят. Пиццу тоже рекомендую. На разок хотя бы ознакомиться с ней. Сам по себе вот этот за 650 калов конторка. Ну, то есть, когда вам привозят, блядь, одну пиццу. Пицца 20 видов, ну, я вот беру деревенскую. Просто я раньше не буду озвучить, какую. У меня до жар-пиццы я любил одну контору. Она еще живая, но я ее не озвучил на букву Р. Я у них всегда брал деревенскую или деревенскую нью. И вот у этих дел. Ну, ту я ее тоже давно не ел, потому что жар-пицца. Все, все затмило. Так, ладно, следующий. Не будем затягивать, то 9 минут. Надо же все ознакомиться. Давайте шоколадный покушаем, ребятишки. Иди сюда. Шоколадка, иди сюда. Иди сюда. Ну, что это такое? Иди ты сюда. О, она еще внутри красная, прикинь. Прикольно. Ясен пень прикольно. Кажется, будет прикольно. Еще дали
Или сюда, не знаю, куда. Реклама. Ну, я их вообще с чайком, но чужой хрень делал. Не, просто если бы не было пиццы, я бы чай сразу заварил. Так, пицца с чаем не сильно мне идет. Мне больше со сладким чем. Ну что, давай иди сюда. Это выкидываю. Давайте бороденочку выкину. Давайте пробуем вот эту вот лабудушку. Что у нас еще? 4 мы не попробовали, да? Что-то я уже не сильно-то и хочу, но надо, что вы хотите, надо. Тоже прикольно, да? Желтое внутри, да? Желтый вроде банановый, ну сейчас попробуем. Крем банановый внутри. Что-то я уже наел, ребят. Так, какую из этих? Эники-беники, ели вареники. Оп, хочу желтую. Все, это я не буду. А меня без сути не лезет, не хочу. Сейчас все желтенькую для вас попробую, и все. Короче, захотите сами купить, похавайте. Ну, кто свой ЛГ украш. Вот это желтенькая, а внутри коричневенькая. В любом случае, похавайте. Есть можно. Хоть раз в год так похавали и все, да? Ну все. Кстати, пончики для меня обычный вкус, но пицца удивила в лучшую сторону. Не знаю. Просто соскучился, блядь, что не надо. Не берите 3 по цене 4, оно вас надоест. Вот я год ее не ел. Раз такой думаю, ну-ка, сейчас поем. Раз поел, она ничего зашла. Ну все, пока. Кушайте, не обляпайте.